Единогласно «за». Депутаты Ульяновской городской думы высказали за бюджет областной столицы. По главному финансовому документу город будет жить в следующем году. Рассчитан бюджет на плановый период 2022-2023 годов. Ульяновские парламентарии утвердили закон следом за федеральными и региональными коллегами. Развитие административного и культурного центра нашей области остается в числе важнейших приоритетов и правительства, и законодательного собрания. Ульяновск нами рассматривается как основная территория опережающего развития. Я абсолютно убежден, что совместными усилиями всех уровней власти нам удастся не только удержать достигнутые рубежи социально-экономического развития, но и добиться новых успехов развития нашего региона. Слова губернатора подтверждаются цифрами. Так, расходы городского бюджета на следующий год зафиксированы в размере 11 миллиардов 715 миллионов рублей. Доходы в сумме 11 миллиардов 415 миллионов рублей. Причем помощь из областного бюджета составит больше половины этой цифры. Регион в следующем году выделит Ульяновску 6 миллиардов 102 миллиона рублей. Так бюджет выглядит в цифрах. А за этими цифрами стоят реальные дела, которые позволят улучшить качество жизни ульяновцев. Работа над главным финансовым документом проходила в несколько этапов. В каждой статье обсуждалась совместно с депутатами Ульяновской городской думы. Обсуждения велись строго конструктивным ключом со стороны администрации и со стороны депутатского корпуса. Таким образом, на выходе мы получили максимально сбалансированный городской бюджет. Бюджет сохранит социальную направленность. Самая большая статья расходов – образование. Строительство двух новых детских садов, ремонт школ и замена окон в учреждениях дополнительного образования. На эти цели заложено свыше 5 миллиардов рублей. В приоритете остается спорт, особенно развитие физкультуры во дворах. Улучшение работы системы здравоохранения – отдельная большая тема. Мне, как женщине, особенно приятно, что сегодня администрация города уделяет такое большое внимание выявлению и развитию талантов нашей молодежи, наших детей. И в первую очередь ставит вопрос об улучшении условий для их развития. И в проекте бюджета заложено 23 миллиона рублей на капитальный ремонт детской школы искусств. Значительные деньги направлены на улучшение комфортного проживания горожан. Для жителей верхней террасы выкупят бывший кинотеатр «Аврора». Его переделают в Дом культуры. Почти миллиард рублей пойдет на строительство новых очистных сооружений. Еще столько же на благоустроительные работы. На переселение из аварийного ветхого жилья предусмотрен 89 миллионов рублей. На дорожное хозяйство было заложено 1,5 миллиарда рублей, из них на безопасные качественные дороги 707 миллионов, это 226 улиц будет отремонтировано, на уличное освещение 120 миллионов, на содержание уличного освещения 34 миллиона. На ливневую канализацию 17 миллионов рублей заложено. Работа депутатов с бюджетом не закончится после его принятия. Теперь им предстоит контролировать выполнение каждой строки документа. Ведь выполнение наказов избирателей для депутатов находится на первом месте. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.